Дисклеймер. Предметрит, сегодня мы с тобой продолжим проходить вампиров маскарад. И где это я? Что я тут делаю? Я знаю, где я, что я делаю, кстати, нам можно посмотреть. А, вот. Но она сгорблена, я не вижу, как она в целом выглядит. В таком состоянии довольно-таки стрёмно выглядит. Короче, ладно, просто пошли дальше. Сейчас нам надо убить ту женщину. Хотя зачем мне сказала тёлка Несферату, что ее убивать не надо? Ты говоришь, что надо. Зачем? Ясно. Ладно, пошли. Так. А это где мы? В Санта-Монике сейчас, да? Что, у меня есть задание в Санта-Монике? Бертаун Несферату отправил электронное письмо о том, что у него есть... Да, это я уже сделал. В Даунтаун нам надо сейчас идти. Пошли в Даунтаун, и раз у нас большое задание есть, тогда... Раз времени, точнее, сейчас очень много. Только начался выпуск. Пойдем основное выполнять. Чайна-таун. А потом уже, когда время чуть-чуть останется, будем дополнительные вот эти вот задания делать. Так. Катану сразу. Нет, катану просто... Кстати, топор. Да, все нормально. Значит, блять, опять не та карта. Вон она. Сейчас Даунтаун, потом Чайна-таун и... Блин, нужна крыса. Я пропустил одну, но... Так, вот поблизости есть. Отлично, теперь побежали в Даунтаун, убьем ту бабу, которой мы ставили камеры. Хотя, ну это бред. Ладно, Голливуд. Даунтаун. Какой Даунтаун вроде надо, да? Сейчас посмотрим, это он вообще или нет. Ну. Так, хорошо, сейчас. Где она была? На пор. Нет, в Голливуде она была. В Голливуде же была. Напротив Lucky Star, да, это Голливуд был. Да. Ну, значит, сейчас там ее убьем. Посмотрим тогда, что будет. Так. Да, в Голливуде, в принципе, можно в любую дверь входить, поэтому вот сюда вот сейчас увидим. Давай, присаживайся. Так, я понял, обходим. Ищем Lucky Star. Так, сейчас кто-то должен пройти обязательно, да? Да, вот он, идет. Lucky Star, это с той стороны. Вот он. Значит, нам надо зайти в эту дверь. И опять придется использовать затмение, чтобы незаметно туда пробраться. Хотя, зачем нам тогда ставить камеры для нее, если мы ее собираемся убивать? Довольно-таки странно, но... Ладно. Так, он же не идет сюда. Надеемся, мужик не придет сюда. И теперь просто валим. А, задание выполнено. Чё? А, хер с ним. Все, прекращай задание выполнять. Так, все отлично. О, нормально, мы из отмены использовали и в ноль вышли как раз таки. Потому что крови выпили. Так, хорошо, тогда сейчас пошли и поищем канализацию, где она есть. Откуда мы там пришли? Вон. Да, надо не забывать, что тут тоже есть канализация. В следующие разы тоже надо через этот будет проходить. Где она тут? Так, хорошо, и сейчас пошли тогда в этот... Самый последний, короче. Самый последний, как-то он назывался вообще. А, вот, Чайна Таун. Вот и там поищем золотой замок, что ли, нам надо искать, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим по заданию, вспомним, что там вообще было. Вау, элитненько. Так, журнал. Чайна Таун. Понятно. Голливуд. И Мали Тауни, хотя она... Вот, вы убили... соперницу Эмали и Тауни, хотя она об этом вас не просила, но про что я говорил. А вы успешно активировали Несферату, это не то, Барбуса, блин. Совместно. Так, где? Вот, с Мингом в Золотом Храме. Минг Джо в Золотом Храме. Вот, пошли и поищем, что за Золотой Храм. Ого, тут такая высокая канализация. Нихера себе. Ого, прикольно, китайский райончик. Давай-ка сохраню вот так.
Так, здесь у нас что? Так, тут у нас ничего. Золотое здание. Да, попробую тут, конечно, золотое найти. Так, тут остановки есть? Ага. Вот, Golden Oceans Fishing Market. Ну, это единственный вариант, что тут голд есть. Это восьмой. Ага, то есть в самом конце. Я понял. Не там, где я стою. В самый конец надо идти. Вот тут тоже менты есть. Надо как-то... Не понял, как это так. Куда я пошел? Так, не понял, я наоборот. В центре... О, не могу взять. Могу. Понял, зря. О, может... Приветствую, сородич. Благодарю тебя за то, что ты проявила уважение к нашим традициям и пришла в мои владения. Я Минг Жао, высшая жрица в Чайнатауне. Хочешь чего-нибудь? Может, чаю? То, что я еще и правильно пришел. Нет, мне нужно чая. Хотелось бы побольше узнать о твоем народе. Думаю, тебе следует знать. Я убил одного из твоих шпионов в Санта-Монике. Опустим светскую болтовню. Я еще не Сферату. Прошу, сородич. Ни к чему грубить. А я не грубил. Ладно, леди, просто расскажи то, что меня интересует, и я уйду. Да, конечно, извини, Минг Жао, мне слегка занесло. Отлично. Несмотря на вражду между нами, я ожидаю от агента князя учтивого поведения. Так, хочешь чего-нибудь? Нет, спасибо, у меня очень специфическая диета. Не сейчас, просто, прости за краткость, но мне нужно отыскать этого вампира. Итак. Великие Носферату потеряли агента, да? Это не моих рук дело, если они не знают. А нет никаких идей, где он может быть? Я не знаю, где он. Поговори об этом с Вонг Хо. А кто такой Вонг Хо? Вонг Хо – владелец ресторана Red Dragon. Он выдающийся бизнесмен, имеющий влияние среди своего народа. Если в Чайнатауне что-то произошло, он может знать. Ладно, спасибо. Можешь действовать во владениях Квейджин. Пока что. Да обретешь ты свой путь. Да и прибудет с тобой сила, спасибо. Так, здесь закрыто. Закрыто, ну и ладно. Значит, пошли в Красный Дракон. Посмотрим, что это такое вообще. Долго тут затемнение было. Ладно, я уже что-то начинаю засыпать. Нехорошечно мне. Мне за ними типа надо идти. Ну ладно, пошли, херали. Мне вообще-то в Red Dragon надо. Вот это вот вроде Red Dragon, правильно? Да хрен с ним, потом зайдем. А куда они побежали? И зачем мне за ними бежать? Вот нахер ты сюда идешь? Ты же сейчас сам испугаешься. Ну, отконченный, я же сказал. Сам ко мне шел. Дятел. Пошли в Red Dragon. Я надеюсь, это Red Dragon? Нет? Нет, это даже не открывается. Значит, тут смотрим, где он тут. А, так, я здесь. Тут же нет такого Red Dragon. Ну тут нет такого. А, вон. А, там еще. Я смотрел только список с 6 по низ. А надо слева еще сверху. Ой, ладно. Нарушение маскарада. Че? Пиздец. Вот про что я и говорю. Я ничего не сделал, а уже нарушение маскарада. Схерали вообще. Пиздец просто. Стоял, никого не трогал. Херак нарушение маскарада. Я в ахуе просто. И пошли заново с ней говорить, чё уже. Мне никак нельзя тут ничего прокачать, чтобы маскарада ношения не было постоянное. Ну заколебали, реально. И приходится перепроходить. Поскольку раз, только из-за маскарада. Какой-нибудь макияж купить, косметичку или что-то типа того. Там мужик ва-ква-ква поёт. Приветствую, сородич. Да, привет. Как там я с тобой? А, через пробел пропускать. Значит. Прошу. Так, да, конечно, извини, а занесло. Не сейчас, прости за краткость, нужно отыскать этого вампира.
и где может быть. Я не знаю. Кто такой? Спасибо, мне пора уходить. Спасибо. Так, теперь выйдем сейчас отсюда и сохранимся сразу. И сейчас поищем, что за золотой дракон. По-моему, я видел эту надпись на карте сейчас, но не уверен. Нельзя сохраниться во время заставок. Да я видел их. Пусть нахер идут вообще. Бессмысленно. Я туда ходил, и мне ничего не дало. Так, игра сохранена, здорово. Так, давай-ка теперь быстренько смотрим. Red Dragon. Вот, единичка, это где? Ага, по-моему, на входе то, что было. 9 жизней, знаменитый Эш Риверс выжил в смертельной аварии. Ну, сейчас тот побежал, скорее всего, и это и будет нарушение маскарада, да? Пока не знаю. Так, Red Dragon. Нужна еще какая-нибудь остановка, чтобы понять, в ту сторону иду. Вы здесь, допустим. А мне надо к единичке. Это где-то рядом, кстати. Вот это, скорее всего, да? Ну да, это похоже на... А, да, тут даже написано это. Ну все, начнем. Посмотрим, что там за задание. Но, скорее всего, я видел этого Несферату, но не скажу тебе, чтобы я сказал, надо выполнить какое-то задание, да? Да, мне идти. Да, я уже читал про 9 жизней. Блять, тут сыт опять. Мне же с тобой вряд ли надо говорить, правильно? Ну, давай попробуем. О, боже мой. Я здесь, чтобы встретиться с Ван Го. Меня прислала Жан Мяу. О, боже мой. Да, простите. Иди в жопу. Так, может я ты... Я безумен, и ты не знаешь, что я с тобой сделаю. 100? О, вряд ли это будет хуже, чем то, что со мной уже случилось. Да мне похер. Это быдло. Тебе больше собак никто не варило. Так, я, по-моему, вышел на улицу, правильно? Да, блядь. Зайди обратно. А где он там? Ну это ж красный дракон, верно? Верно. Ну и где он? Может, с тобой по... Кстати. Да, это везде одна и та же газета. О, боже мой. И иди нахуй. Ага. Бунт. Не удался. Значит, идем дальше. Ты иди в жопу. Кстати, а я сюда могу пройти? Очень странно. Нет. Слушай, насколько это странно. Ой, я уж почти прошел. Но, скорее всего, если вот так сложно, то мне и не надо туда, правильно? Да, скорее всего, так и есть. А куда тогда? Ух ты! Нет, не буду я стоять на месте, пошла в жопу. Что ты делаешь? Кстати, я насквозь почему-то просвечиваюсь. К двери, смотри. Так, а мы едем вообще куда, нет? А, блять, это только закрылось, да? Так, ну вот, очень похоже на кабинет босса. Кстати, это открывается? О, я, скорее всего, к тебе. Моя дочурка. Мне так жаль. Демон! Я не демон, меня направила к тебе Минг Жао. Минг Жао? О, конечно. Прости меня, но, как ты заметила, я нахожусь в ужасающем положении. Я Ван Хо, владелец Красного Дракона. Еще раз извиняюсь за свое неподобающее поведение. А нет проблем, что здесь происходит? Ван Гоу, попробую забыть об этом на этот раз. Так что стряслось? О, у меня нет времени. Тонги. Местная уличная банда здесь, в Чайнатауне. Они только что вломились в мой ресторан и похитили мою дочь. Тонги наглеют с каждым днем. И теперь они забрали мою Кики. Кики. Мамочки, это не по душе. А ты знаешь, где она? Попробую ее привести. У тебя есть враги, а зачем этим Тонган понадобилась твоя дочь? Да. Я бы очень хотел помочь тебе, чем только смогу. Блять, я случайно не туда нажал, походу. Моя дочь. Пока Кики у них, ничто другое для меня не важно.
Не то, чтобы я не уважал тебя или Мингжао, но я не в состоянии помочь тебе, пока это дело не разрешится. Да, я понял, ты случайно ждать. А, ясно, ты знаешь, где ее держат? Нет. У тонгов много... постой. Всего одну минуту. Мы с тобой вообще про твою дочь разговариваем. Жао? А? Да. Как ты? О, конечно. Ясно. Благодарю тебя, мой друг. Ты возвратил свой долг в стократной мере и даже выше. Да. Конечно. До встречи. У меня создалось впечатление, что это было не Тонги. Ну, я же нажал единичку. Это был человек, который был предо мной в долгу. Долг выплачен. Я знаю, где Тонги держат мою дочь. Так, просто скажи, где, и пусть кто-то тем временем вызовет коронера. Мою дочь Кики удерживают в Лотос Блоссом. Это массажный салон здесь, в Чайнатауне. Если вернешь мою дочь, я помогу тебе чем только смогу. Конечно, я верну ее в целости и сохранности. Лотос Блоссом. Я буду ждать тебя здесь. Отправляйся сейчас. Тонги не ожидает нападения так быстро. Удачи, мой друг. До встречи. А Лотос Батонус? Сука, я уже забыл. Короче, что там Лотос Батонус какой-то. Быстрее идем, а то я сейчас и это забуду. Пошли вниз. Лотос Батонус. Ого, сейчас так быстро приехали в этот раз. Так, Лотос Батонус. Лотос Батонус. Так, надо сначала карту. Во-первых, сначала сохраняемся, потому что сейчас по-любому опять какая-то хрень произойдет. Так, быстренько, Лотос. Я вижу девятая. Девяточка где-то. Блять. Его знает, где это. Так, ну. Подожди, Лотос Батонус. Так, вы здесь. Так. Первое. Ага, вот так правильнее будет читать карту. А мне надо куда? В девятую. Значит, идем вот так вот прямо, потом, где будет основная дорога. Вот она, направо. Направо. И вот это вот, наверное, Лотос Батонус. Да, Лотос Батонус, я же сказал, вот он. Так, ну, пизда вам, ребятки. Сейчас самурай. Ой. А тут есть и гражданский. Тогда понял. Сори. Ух ты ж, блядь. На, падла. Самурай! О, нормально. Патрончиков дали. А тебя убивать надо, нет? А тебя вообще насрать, слушай. Ну, в принципе, правильно. Он же просто сдает комнату, правильно. Он же не обязан разбираться, что тут происходит. Так, тут ничего. Тут. Ух ты ж! Нет. Извините? Нет. Что-то по-китайски. Ну, ничего, так смотри. Так. Дядя. Ты слышал? Что-то на китайском. Спасибо за субтитры, конечно. Так, откройте. Извините, дамочки. Не мешаю. Пензи, хон-хон. А что у вас такое за... А, это массажный салон, я забыл. Так, скорее всего, со второго этажа, да? Звуки, да, судя по всему, да. С автомата прям, да ну нахер. Сейчас пусть ко мне подойдут. Сейчас. Это тоже возьму, сейчас продам потом. Да, блять. Не могу взять пока. Давай-ка так. Ну и оружие, я тебе говорю, это не мое, а не стрельное.
Так он перезаряжается пока. Так, ну я не могу... О! А если б я вот это вот купил у того негра, ты гонишь? А, да. У меня, похоже, оружие ближнего боя уже максимум. Так, тут что у нас? Тут ничего. Кстати, тут что-то есть. Конверт с деньгами 250 баксов. Нормально так. Тогда пошли исследовать и другие. Ладно, косой. Я, слышишь? Ты не должен был сейчас в меня стрелять. Начал перезаряжаться вообще-то. Тут у нас ничего нет. Бегаем в этот домик. Ух ты ж ее. А с тобой можно поговорить вообще? Нет, с тобой нельзя поговорить. Ну правильно, зачем с ней разговаривать? Давай я лучше побежим дальше. А, все, с одного удара, серьезно. Опа. А тут что-то есть. Но я не могу это взять почему-то. Значит, мне это, скорее всего, не надо. Здесь ничего, ничего, ничего. Тоже ничего, ну и ладно, пошли дальше. О, нихера себе, тут замок, смотри. Уровень 7. Многовато. А, у меня есть ключ. Здорово. И где? Где кто? Где все? Куда? О, здорово. Ты, сука, я не могу. А? О боже. Что с тобой за херня? Отойди от меня. Расслабься, детка. Ты кики? Твой папа прислал меня освободить тебя. Он прислал? А, круто. Что с тобой случилось? Ну, то есть ты действительно хреново выглядишь. Иди нахуй, ты без макияжа такая же. Лучше держа пояс закрытый, я вытащу тебя отсюда. Оу, я просто поражена. Ну и что? Хочешь, чтобы я благодарила тебя? Мечтай дальше, сука. Ну иди нахуй тогда, ничего я тебя не буду. Продолжай в том же духе, я оставлю твою жопу в этом чулане. Ладно, ладно. Детка, не принимай все всерьез. Прости, окей? Я подумаю. Так-то лучше, пошли. Охуевший, это смотри. Как дал бы. Так, журнал. Информация, а где оно там? Вот лист. Взлом нам надо в безопасность прокачать. Вот так, есть? Побежали. Скорее всего, сюда спускаться нам надо, да? Кстати, что в подвале? Это что за сумерки? Полуголый мужик в воде. Ты вообще как? В порядке? Ему, видимо, вообще похуй, что происходит. Здесь тоже ничего. Пошли дальше тогда. Здесь у нас. А, тут у нас раздевалка. В раздевалке у нас ничего полезного не бывает. Дальше идем. Ох ты. А, и все закрыты, здорово, конечно, кто бы сомневался. Здесь. А чё это такое? Почему нельзя открыть? Чё это за крики? Может, нам в будущем можно будет сюда зачем? Ну, слушай, интересно, прям заинтриговали. Так, побежали тогда дальше. Наша баба где там, которую мы спасли, наверное, на этаже выше стоит, да? Хер его знает, где она, но и пошла она в целом в жопу. О, все. Блять, это ее что ли похитили? Сука, я-то думаю, что за херня? Я надеялся, уже все, нет, блять. Да, блять, я ж тебе сказал, иди за мной, хера ли ты? Нахуй бесишь меня. И где ты орешь? Ты ж только что тут была. Ой, блядь. Что, тебя опять похитили, что ли? Ты гонишь? Где ты, ёптую нахуй? Вот куда она могла деться, а? Так, это опять не она. Так. Могу туда подсмотреть? Нет, почему? А, это снимали порнуху. Понятно, по-тихому. Это какой? В которой она стоит? Да. На тебя дрочит. Пошли дальше. Здесь тоже ничего. Здесь тоже камера, ё-моё. Здесь туалет. Может, она тут где-то? Я не понимаю, почему пишут, что закрыта, недоступна дверь, но при этом эти я открываю спокойно. Здесь где-то.
Там что-то... Вон, смотри. А, это ленточки с фонаря. О, я слышу какие-то звук бьющегося стекла. Так, здесь что у нас? Так, только дамочки красивые. И все, что ли? А где? И куда она делась? Что за приколы вообще? Дай пройти. Блять, как так вообще? На выход я тоже не могу пройти, да? Так где она, ёптую нахуй? Тут еще один потайной проход где-то. Может, тут сюда реально куда-то пошли, но я только что там был, там не было никого. Ты со мной говорить вообще будешь? Нахер ты вообще тут нужен, ай? Ох ты! А ты чё тут стоишь? Ты в двери застряла, что ли? Пиздец. А чё за крики тогда были? Блять, то есть... Она серьезно в двери застряла? Я в ахуе с неё, женщины. Ну все получается, я ее спас фактически, все, дальше не идет. Пусть домой идет пешком. Че, пошли ему доложим, что мы все сделали и все. Так, вот он. И Red Dragon, где он там был? Да вот этот вот. Так, уйди. А, я вот так могу просто сделать. Охеренный ты охранник, знаешь. Ну, закрывайся, давай. Привет, Андреа. Да кто сказал? А, вот она, ты пришла. Нет, не мог. Подожди, подожди, Андреа, у меня... А, привет, мой друг. Привет, теперь я твой должник. Ты вернула мне мое величайшее сокровище. Кики рассказала мне про тебя. Ты оказалась очень благородной и смелой. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, ты выяснил, зачем Тагами понадобилась твоя дочь? Это меньше, что я могла сделать. Теперь ты мне поможешь? Конечно. Чем я могу помочь? Я ищу кое-кого в Чайнатауне. Это человек. Его имя... Барабус. Он деловой партнер. Что ты еще расскажешь о нем? Ну, он работает... Думаю, тебе больше ничего не могу сказать. Он занимается системами видеонаблюдения, помешанных на компьютерах. Понятно. Не думаю, что мне удастся помочь тебе в этом, но я знаю, кто может. Сможет. Прекрасно. Где я могу найти его? Его зовут Джао. Это тот человек, который позвонил и рассказал мне, где держат Кики. У него много связей. Он хозяин импортно-экспортного склада в Чайнатауне. Иди к нему. Я позвоню ему и предупрежу о тебе. Хорошо, спасибо. Ну тогда на этом пока завершим. А к тому же чуваку сбегаем в следующий раз. На этом все. Все ссылки в описании. Напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все. Скоро увидимся.